neler başında. Katibimnin evleri çeşmeler başında. Katibimnin tanış oldum 18 yaşında. Katibimnin tanış oldum 18 yaşında. С самого раннего детства у меня была тяга к музыке. В 5-летнем возрасте брала в руки скакалку и имитировала выступление, микрофон. Будь то свадьба, день рождения, я не знаю, просто на всех мероприятиях я становилась на табуретку, пела, и все родственники с восторгом это все воспринимали, и мне было, конечно, безумно приятно, и тем самым меня это мотивировало. В 8-летнем возрасте родители отдали меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Мне безумно понравился этот инструмент, я его безумно полюбила. И в 10-летнем возрасте Шинкольского района. Каждую неделю я отправлялась на уроки вокала в Симферополь. Рано утром, в 5 утра, от Азовского до Симферополя, можно сказать, один или два рейса в день. И когда у меня было занятие в 11, я вставала каждую неделю в 5 утра, собиралась. Еще у меня была огромная сумка, инструмент. Это было нелегкое время для нас. Но отец сделал все для того, чтобы я развивалась именно в этом направлении. За это я преклоняюсь перед ними. Затем начались конкурсы. Начиналось, конечно, не с первых мест, не с гран-при. Начиналось все с третьего, потом второе. Затем к каждому последующему конкурсу я подготавливалась более серьезно. И пошли первые места. Хочу отметить конкурс «Статлосес». Можно сказать, с него все и началось. То есть мое творчество, моя небольшая такая карьера. Выступила я на большой сцене с песней «Дагданым до Бурхозу» и с ней же победила. То есть это было таким толчком. Конкурс у меня готовил Джамиля Хакариков. К финалу «Татласес» мы готовились один месяц. В тот момент Джамиляха привил мне любовь к крымско-татарскому фольклору, чему я безумно благодарна ему. С того времени мы начали с ним заниматься. Занимались мы, можно сказать, с 10 лет. И он же обучил меня инструменту бахлама. Бахлама – это старинный крымско-татарский инструмент. Джамиль Ага, он был одним из первых моих наставников. С ним мы посетили различные фестивали. После конкурса «Татласес» были более масштабные конкурсы, такие как «Турк Дунясы». Он проходил в Турции, в Стамбуле, среди 24 стран. Так уж вышло, что Крым занял первое место. Когда объявляли уже первые, вторые, третьи места и называют первое место Крым, и у меня просто мурашки по коже. Я не ожидала, что я, Рияна с Крыма, обычная Рияна с Азовска, могу занять первое место в Турции среди 24 стран. Это просто
шок, слезы. После общеобразовательной школы я поступила в Крымский инженерно-педагогический университет на вокальное искусство. Там я, собственно, и встретила своего супруга. Когда он впервые увидел меня на сцене, он сказал своим друзьям: «Вот видите эту девушку, она будет моей женой». Мой муж меня поддерживает в моих начинаниях, в моем развитии. Самое главное, что он не тормозит меня, он наоборот меня мотивирует, говорит: «Рияна, иди дальше, развивайся, все получится». В моем творчестве преобладает в основном крымско-татарский фольклор, либо, если это современные песни, но они принципиально также на крымско-татарском языке. Есть песни на других языках, но их очень мало. Я считаю себя причастной к сохранению языка, культуры, ведь они живут в песнях, и важно передавать это из поколения в поколение. В 2019 году, 2 года назад, поступило предложение работать в ансамбле «Харам». Для меня это было очень неожиданно и очень приятно. С момента работы там я научилась по-новому мыслить в отношении нашей культуры и музыки. И в этом, безусловно, есть заслуга нашего художественного руководителя ансамбля Сервера Хакакура. Он мне подсказывает на мои недостатки в исполнении наших старинных песен, учит тонкостям исполнения. Мне интересна работа в ансамбле, разнообразием наших программ. Работа ведется не только в фольклорном, но и эстрадном направлении. И меня это очень привлекает в моей деятельности. Я уже не представляю свою жизнь без ансамбля «Харам», без гастролей. Можно сказать, ансамбль – это мой второй дом. Yoldaş men olurum, gönlümü açarım.